На рынке купил ароматную клубнику. Решил к вечеринке сделать легкую, оригинальную и вкусную закуску с ее использованием. Для вас отличный вариант, как приготовить тарталетки с сыром и клубникой. Сами тарталетки можно испечь из песочного теста или купите уже готовые. В этом случае у меня было тесто фило, поэтому решил использовать его. Подойдет маскарпоне или любой другой мягкий сливочный сыр. Не обязательно делать закуску сладкой, ягоды клубники придают пикантности свежесть. 1. Разрежьте тесто на части и уложите в формы для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до образования золотистой корочки, 10-15 минут. Получится около 30 тарталеток. 2. Смажьте внутри каждую тарталетку абрикосовым джемом. Выложите около 1 чайной ложки сыра. 3. Нарежьте клубнику тонкими пластинками и уложите поверх сыра. 4. Смажьте сверху клубнику абрикосовым джемом, измельчите фундук и посыпьте им каждую тарталетку. 5. Подавайте закуску охлажденной.